Чимбулак – одно из популярных мест жителей Алматы и всех, кто приезжает в этот город. Но не все знают, что пройдя правее по дороге от Чимбулака, через 20-30 минут попадаешь в красивое ущелье Туюксу, и даже дождь не будет помехой насладиться моментами пребывания там. Всем привет из летней Алматы. Всем привет. Вот такое небольшое коротенькое видео с мемориала памяти погибшим именно с ворота Туюксу. Чуть выше получается, поднимаетесь от Чимбулака. Тут буквально 25-30 минут ходьбы, не спеша. Прогуливаетесь, наслаждаетесь природой. Глоток свежего воздуха вам с гор, красивых кадров. И всем пока.